Большое спасибо за вашу активность на Патреоне. Мы это очень ценим. Ты готов? Да. Окей, подождите перед тем, как мы зайдем. Это команда для теста еды. Как он называется? Невозможный слайдер. Невозможный слайдер. Пойдем, ребят. Надо сначала сделать заказ. Невозможный бургер с искусственным мясом против чизбургера с реальным мясом. Обзор еды 368. Вот он. Вот что мы пришли попробовать. Невозможный слайдер от White Castle. Привет. Привет. Как поживаете? Все хорошо. Вы продаете много невозможных бургеров? Да. Действительно? Да. Можно мне 10 пачек невозможных бургеров и 10 пачек чизбургеров? Мешок чизбургеров. Хорошо. С вас 51,87. Спасибо. Привет. Привет. И добро пожаловать. Где мы? Мы в White Castle на Мёрдл в Бруклине. Мы в White Castle на Мёрдл в Бруклине. И мы пришли попробовать новый невозможный бургер. Идея существует уже десятилетия. Заменить сочную котлету на что-то более здоровое. И стартап Impossible Foods с помощью науки сумел создать на 100% растительную котлету, которая на вкус как реальное мясо и истекает кровью как реальное мясо. Чтобы его попробовать, мы взяли 10 обычных чизбургеров и 10 невозможных вегетарианских бургеров, чтобы сделать сравнение на контрасте. Сейчас мы их попробуем, чтобы узнать, отличаются ли они. Но сначала немного очень-очень-очень подробных крупных кадров. Вот это невозможный бургер или чизбургер? Это мясо. Подожди. Нет, это невозможный. Да, так и я и думал. Вот это мясной бургер. Да. Нет. Да. Да. Вот этот больше похож на это. Окей, мы начнем этот тест, попробовав сначала обычный говяжий традиционный слайдер из White Castle. Ну, он хорош. Знакомый, сладкий. Мягкий, сочный. Не очень тяжелый. Но я скажу, что в нем нет ничего особенно говяжьего. Он не похож на говядину или бургер или стейк. Да, правда? Скорее как вещество. Такая паста. Похоже на таблетку. Такая пастообразная, влажная. Ты доел его? Да. Ладно. А теперь момент, которого вы все ждали. Вот это невозможный бургер в жизни против бургера на картинке. Но он выглядит лучше, да? Он выглядит лучше. И он тяжелее. Он тяжелее, он плотнее. Вот так их можно отличать. Пахнет дымком. Он больше пахнет говядиной, чем говядина. Окей, готов? А неплохо. Мне больше нравится. А чего все смеются? А чего все смеются? Он даже не похож на растительную котлету, как из тофу или чего-то да. еще. Очень, очень похоже на котлету. На вкус как котлета. На вкус как мясо. Как плотное мясо. Ты понимаешь меня? Вот этот похож как будто... Как такая да, масса. Как будто... Как кто-то сделал оладью. Окей, сейчас мы закончим с вкусовым тестом от Оскара и Кейси и проведем двойной слепой тест с Кэндис и Сью, говяжий бургер против невозможного бургера. Мне уже как-то не очень хочется. Ты что-нибудь видишь, Кэндис? Нет. Окей, ты что-нибудь видишь? Мне кажется, ты Нет, видишь сквозь. Нет, я ничего не вижу. Сейчас я попрошу вас обоих открыть рты. Откройте рты. И я засуну что-то туда, что будет или не будет говядиной. Что смешного? Откусывай давай, вот так. Кусай. Окей, хорошо. А теперь расскажите свои реальные впечатления. Они едят невозможный бургер. Он с дымком. Можно мне ведро? Мне даже нравится. Да ладно. Довольно вкусно. Он какой-то странный. А сейчас вы обе попробуете другой бургер, который будет или не будет с говядиной. Открываете и кусайте, и кусайте. Окей. А это такой же. Кэндис, да хватит! Я не могу его проглотить! А этот вообще-то... Мне больше понравился. Тоже вкусный.
Но был ли номер один с говядиной или первый был с искусственной говядиной? Раз, два, три. Искусственный. Он был искусственный, да, извините. А тогда номер два? Я думаю, из настоящей говядины. Да, ну что, это многовато. Мы потратили 50 баксов на этот тест. Дэн, хочешь искусственную говядину? Ни за что, чувак. Сара, хочешь искусственную говядину? Нет, не хочу, нет. Ничего? Зачем ты купил 20 бургеров? Но ты же сейчас ешь бургер? Он неплох. Мне понравился. Обзор еды. В 3-6-8. Друзья, а кто из вас хочет попробовать искусственной говядины? Пишите в комментариях.